На конкурс дети читают стихи. Подругина Алена, 7 лет, город Новокузнецк. Юрий Кушак, «Снежная баба». Мы снежную бабу слепили вчера. И шляпа у бабы была из ведра, а нос из морковки, а руки из палки, метла из метлы, а коса из мочалки. Но только домой зашла детвора, чихнула она и сказала: «Пора, ах, как намчалась в горе ледяной! Консервные банки гоняла метлой, ловила снежинки, как бабочек шляпой, коса развивалась за снежную бабу». Мы снежную бабу искали с утра, нашли мы ведро посредине двора, нашли мы метлу возле старой беседки, морковку в снегу, а мочалку на ветке. Одни удивились: «Вот это дела!» Другие сказали, что вьюга была. Но вскоре про случай печальные забыли и новую снежную бабу слепили. Но только мальчишка один не